Всем добрый день! Сегодняшнее видео по вашей просьбе. Дело в том, что мы уже несколько раз с вами говорили про пептидную косметику. Более того, я всегда пела оды этой косметики и пою до сих пор. И считаю, что это один из самых наших таких верных союзников в борьбе за молодость и красоту. И когда я говорила про пептидную косметику, я вам даже приводила такой научный факт, что к 50 годам количество наших родных белков, пептидов кожи снижается до 10 раз. Представляете, почти в 10 раз. Поэтому пептидная косметика – это не только косметика, которая компенсирует вот этот недостаток. Она еще поворачивает время вспять, да, и, конечно, помогает нам бороться с морщинами, с потерей упругости, эластичности и так далее и тому подобное. Но когда я говорила про пептидную косметику, я им говорила, что есть разные группы пептидов. В том числе есть группа пептидов, которая является альтернативой уколам ботокса. То есть они работают аналогично, как уколы ботокса или диспорта. Конечно, если мы с вами идем в салон и делаем уколы ботокса или диспорта, то у нас результат практически мгновенный. Практически мгновенно разглаживаются наши мимические морщины. Но и у диспорта, и у ботокса, то есть это фактически одно и то же, только разные торговые названия, есть целый ряд противопоказаний, особенно со стороны нашего здоровья, и есть побочные эффекты. В отличие от этих уколов, пептидная косметика, она гораздо лояльнее к нам и безопаснее к нам. Конечно, результаты от нее мы увидим спустя какое-то время. Поэтому я вам говорила, что пептидная косметика работает на перспективу. Нужно пройти целый курс, минимум 2-3 месяца, чтобы увидеть результат, потом поддерживать, и периодически к этим самым пептидным средствам нужно возвращаться. Так вот, еще раз, есть целая отдельная группа пептидов, которые работают как альтернатива инъекциям ботокса, как альтернатива уколам ботокса и диспорта. Работает аналогично, то есть ее задача в накопительном плане то же самое, блокировать передачу нервных импульсов в мимических мышцах, и опосредованно, понятное дело, потом разглаживаются мимические морщины. Так вот, чаще всего я вам приводила такие примеры из этой группы. Это аргирелин, матриксил, ну и, может быть, реже у меня звучал такой пептидный комплекс, как синэйк. Так вот, вы мне стали писать личку, то есть я вам советовала, посмотрите там, да, поищите косметику с такими пептидами, приобретите косметику для того, чтобы получить вот такой эффект, как альтернатива инъекциям ботокса. Но многие из вас стали мне писать личку с просьбой конкретно показать вот тот или иной крем, который содержит в себе эти пептидные комплексы. У меня действительно были обзоры на моем канале пептидной косметики, несколько разных вариантов, где присутствовали эти пептиды. Но сегодня я в описании под этим видео дам вам ссылки на разные сайты, на разные бренды, которые содержат вот эти самые пептидные комплексы. Дело в том, что самый, пожалуй, доступный в ценовой политике, это уже более такой популярный пептидный комплекс аргирелин. И то, я вам дам ссылки на разные сайты. Один и тот же производитель, да, он может быть на разных сайтах в разную ценовую политику. Поэтому плюс некоторые сайты предлагают где-то какие-то купоны, где-то какие-то акции. Ну, то есть, смотрите, я вам дам ссылки на разные сайты, я вам дам ссылки на разные производители, и вы уже сможете ориентироваться, да, я обязательно дам вам латинское название, на что обратить внимание, когда вы читаете, допустим, состав. И может быть, да, вам вот такая помощь моя будет гораздо легче, вам будет уже проще ориентироваться в поисках такой косметики. То есть, смотрите, дать весь перечень невозможно. Более 150 тысяч производителей, и львиная доля из которых начинают использовать пептидную косметику. Но я вам дам прежде всего на те бренды, которые я попробовала, да, которые я на себе ценила, у которых с моей точки зрения есть богатый состав. Это будет небольшая часть, но еще раз повторю, вам будет проще ориентироваться. И еще раз скажу, на некоторых сайтах вы можете найти одного и того же бренда, но может колебаться ценовая политика, поэтому здесь еще есть такой временной, может быть, фактор, когда есть смысл поискать, где какая-то акция, где дешевле можно приобрести вот эту самую пептидную косметику. Да, кстати, я вам дам ссылку на один сайт, New Chic он называется, где то же самое можно купить косметику с пептидными комплексами, но я, например, этот сайт очень люблю, я там приобретаю для себя обувь в винтажном стиле кожаную, приобретаю некоторые вещи, приобретаю некоторые сумки. Ну, вдруг не тематика моего канала, но вдруг есть такие девушки, которые тоже любят обувь винтажную, то можете обратить внимание еще и на этот подраздел. Поэтому все ссылочки будут в описании к видео. Я делаю по группам, да, аргирелин,
Матриксил, какие есть разные производители, разные сайты, да, и комплекс SynEgg. Для вас, по крайней мере, тоже будет отправная точка, вы уже сможете ознакомиться, вы уже сможете посмотреть ценовую политику и для себя уже определиться и решить. Так что вот такая вот подсказка. Ну, а дальше, если будет попадаться какая-то хорошая косметика с пептидными комплексами, безусловно, я буду делать обзоры.